Не знаю. Ты им покажи мастер-класс. А он далеко уже. Давай. Встань, Лёгя, скажи. Смотри, где смартфон? Тут скажи один раз. Показывай один раз. Ну ладно, Ксенечка, пока. Не знаю. Мы вовремя поднялись. Если там хотя бы нормально. Как это называется? Слэклайн. Это так, просто для тренировок. Осторожно! Ну, смысл вообще? Не, ну просто. На трассах. Там могут вообще даже на высоте. Пусть даже на площадь вообще не нормально? Нет, не тот? Нет, конечно. Я же говорю, что сначала даешь. Погоди!
Да что ты еще раз так делаешь? А ты бери, организатор за руки решил проверить. Берешь на руки? Страховка готова. Нет, сюда не надо. Сюда крепить. Дома, обещай.